Мир нашей любимой готики не особо славится разнообразием классов для прокачки и развития персонажа. Здесь, по сути, вы либо можете попытать свое счастье, став мультиком, то бишь прокачивая и лук, и меч, и магию, либо сделать упор только в один вид, например, тот же лучник или воин. Однако, фантазия наша может шагнуть порой дальше пределов игровой вселенной, и мы можем сами придумать что-то от себя. Именно так зародилась когда-то на ютубе рубрика «Можно ли отыграть?». Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Лор, и прошлый выпуск «По можно ли отыграть?» собрал достаточно немало просмотров, а также позитивных отзывов и лайков. Тогда я еще не знал, как это будет в моем случае, так как просто копировать формат моего товарища Мака меня не очень устраивало. Сейчас я уже четко определился с тем, что будет в моей рубрике. В ней будут выходить исключительно такие классы, которые так или иначе существуют в MMORPG играх, типа танка, дамагера, вызывателя и так далее и тому подобное. Сегодня мы затронем класс танка, который очень похож на классического воина, но есть и отличия. Ну а прежде чем мы начнем, советую всем налить себе чайку, кофейку, приготовить побольше вкусняшек и, конечно же, спасибо за ваш царский лайк. Ну а мы продолжаем сразу после рекламы. Эй, хотелось бы, наверное, поиграть во что-то, кроме готики, но компьютер просто не тянет современные игры? Теперь это не проблема, ведь в интернет-магазине player.ru всегда очень низкие цены на компьютерные комплектующие. Видеокарты, процессоры, оперативная память и многое другое по ссылочке в описании. Собери компьютер мечты. Прежде чем мы проверим, возможно ли отыграть танка в Готике 2, давайте я расскажу небольшую предысторию для тех, кто не знает, что это вообще такое и с чем этот класс едят. Данный тип класса появился и начал жить по большей части за счет MMORPG игр. И встретить его мы можем в основном именно там. Сама профессия или класс танка подразумевает под собой того же самого воина, но за некоторым исключением. Как правило, один основной класс в онлайн-играх всегда делился на два, то есть на два типа. Один наносит урон и является, условно говоря, дамагером, то есть вносящим дамаг в сражение. Это, как правило, воин с двуручным оружием, который должен очень быстро уничтожать противника как в PvP, так и в PvE боях. А второй тип — это как раз танк или поддержка, и в случае с классом воина именно первое. Танк должен помогать другим игрокам сдерживать большое количество мобов на игровом пространстве по типу данжа или подземелья, принимать на себя атаку любого питбосса, а также служить мясом в PvP, пытаясь отвлечь внимание противников на себя. То есть, по сути, танк — это полная противоположность дамагера. Если дамагер-воин должен иметь много силы, много урона и при этом быть не очень живучим, то танк обязан именно последнее. Он должен быть максимально жирным, то есть иметь очень много хп, дабы суметь выдержать много-много ударов одного или нескольких противников. Как правило, хороший танк спокойно держит на финальной прокачке любого монстра, как в одном экземпляре, так и сразу толпу. Сегодня мы попытаемся достигнуть этого эффекта в Готике и посмотрим, насколько это вообще возможно. Основная наша задача — выжать из игры максимальную живучесть или защиту. Показывать весь путь развития персонажа и отыгрыша отдельных квестов я не буду с целью экономии и вашего, и моего времени, так как если показывать все, то это выйдет видео на час или два летсплея, поэтому обойдемся определенными условностями, а также будем использовать Марвин. Однако, при желании вы сможете повторить все сказанное в этом ролике и без читов, так как я буду приводить реальные цифры, основанные на бонусах, которые возможно получить, проходя игру честным способом и не используя баги и Марвин. Лучше всего подходит под роль танка именно паладин, и потому игру следует пройти именно верным воинам Инноса, плюс в финале получим доспехи, которые по своей защите не уступают ни одним другим. Промежуточный результат достаточно сложно проверить, так как будут монстры, которые мощнее нас, поэтому свое внимание заостряем на конце игры и на Эрдорате. Для начала давайте вспомним, какой вид урона существует в Готике. Это урон от оружия, урон от стрел, урон от огня и урон от магии. Так как разные монстры требуют по сути разного подхода, нам потребуется собрать несколько разных комплектов экипировки под разных противников. Но начнем мы, конечно же, с малого. Но с самого важного. Нам нужно максимально прокачать свою жизнь. Качается она несколькими способами. Чтение древних табличек, питье зелий и использование квестовых напитков и еды, а также, естественно, повышение уровня. Плюсом к этому пойдет молитва у алтаря Иннеса, где, имея большое количество золота, можно почти неограниченно качать себе жизнь.
Естественно, начинаем мы с поиска этих самых табличек и зелий. И попутно тратим очки обучения исключительно в силу и владение одноручным оружием. Почему одноручным? Потому что, по сути, по канону танка он имеет во второй руке щит. Щита у нас нет, но придерживаться ограничения двуручного оружия мы все-таки будем. Показывать, где достать те или иные зелья и таблички, я не буду, видосы наверняка есть в интернете. Но если надо, потом могу снять подобный видеоролик на эту тему отдельно. Итак, после всех сборов у нас в инвентаре должно оказаться эликсир жизни плюс 15, который покупается у Зуриса, плюс один такой же прямиком из Яркендара, а также 8 табличек плюс 5 жизни, 5 табличек плюс 10 жизни и 7 древних скрижалей плюс 15 к жизни. Считаем все это и получаем 225 бонуса к жизни, если я не ошибаюсь. Это только таблички и эликсиры. Плюсом станет алхимия, если мы потратим очки обучения на изучение и изготовление эликсиров. Но так как наша задача не столько урон, сколько именно жизнь и выживаемость, то мы вполне можем себе это позволить. Итак, к чему это я? На карте 24 коронных растения, то бишь можно сделать 24 эликсира жизни. А это еще, к слову, плюс 360 жизни, учитывая, что один эликсир дает плюс 15. Средний уровень персонажа на конец игры или ближе к концу, если этот человек хорошо постарался, способен превысить 40-й. Лично я достигал 50-го и выше. Но это если вырезать абсолютно всех монстров, почти всех людей и так далее, плюс изучать воровство. Для примера же мы возьмем 45-й уровень персонажа, дабы не заниматься прокачкой, я воспользуюсь Марвином. Вы же можете сделать это любым способом. На 45-м левеле безымянного мы имеем 490 жизней без всяких прибавок. Теперь нашей задачей станет максимальное повышение этого значения. Для этого выпиваем все эликсиры и кушаем все таблички, за счет этого получаем дополнительные 585 очков жизни. Итого 490 плюс 585 равно 1075 жизни. Это без молитв статуям и без амулетов, колец и поясов. Давайте же протестируем промежуточный вариант того, что у нас получилось. Все названное выше вполне возможно достать к 4 главе и даже раньше, но для тех, кому сложно, возьмем именно 4 главу. А следовательно, мы посмотрим, как персонаж при таких характеристиках будет чувствовать себя в бою на данном промежутке игры. Так как мы определились с фракцией, то нам доступны лишь доспехи рыцаря, которые являются очень неплохими по своим характеристикам, а плюсом в инвентаре у меня лежат разные комплекты бижутерии, которые мы будем менять для того, чтобы посмотреть, как сильно вырастет профит с той или иной бижутерии. Итак, первый тест мы проведем на ищущем. Надев бижутерию на защиту от огня, так же как и пояс, получаем незначительный урон, которого недостаточно даже, чтобы убить нас с десятка огненных шаров или огненных штормов. Если же мы поменяем бижутерию на жизнь, то, как ни странно, урон будет значительно превышать профит от этой бижутерки. И мы склеим ласты чуть-чуть пораньше. Однако и та бижулька, плюс данная прокачка и количество брони гарантируют неплохую защиту от ищущего. Теперь давайте проверим на орках, которые стоят в проходе. Тестировать будем с бижутерией на защиту от оружия. Как вы видите, 1-2 орка не могут быстро отправить персонажа на тот свет. И даже когда их становится 3 и 4, мы можем неплохо выдерживать удары. Давайте теперь попробуем атаковать в ответ и выясним, сможем ли мы еще и противостоять им. Орков мы держим вполне неплохо, даже толпу. Но вот с противостоянием совсем проблема, урона не хватает, чтобы справиться с толпой, но, собственно, это нормальная проблема для танка. Ну а теперь перейдем к самому вкусному. Тестим защиту на драконах. Как видим, Феоматар не может нас убить достаточно долгое время. Следовательно, как танк, мы уже достаточно профитны и можем держать питбосса в каком-нибудь рейде на дракона, например. Конечно же, урон все-таки проходит, но мы можем держать этот урон достаточно долго. Ну что, настало время перейти к самому финалу игры, к последним доспехам и, конечно же, к Ирдорату. Что же получится? Ступаем на борт корабля и плывем навстречу приключениям. Первыми тестировать нашу защиту будут орки. Сразу надеваем всю бижульку на защиту от оружия и бежим агрить супостатов. И вуаля! А прогресс-то есть! Толпы орков довольно долго кромсают нас, и мы можем держать их, что уже успех. Если бы у нас было много склянок со здоровьем, то на мотив MMORPG игр можно было бы хилиться и спокойно держать удары дальше. Но ведь это не самые грозные противники на Ирдорате, не так ли? Давайте попробуем с тем же успехом подержать ящеролюдов.
Тут, к сожалению, все немного печальнее. Вырезают нас уже меньшим составом, и причем очень даже неплохо, что заставляет задуматься. Но тем не менее, имея лечение, и здесь можно было бы держаться немного мансуя между ударами врага. Ну а теперь финалочка. На десерт я оставил самое интересное и самое сложное – дракона Ирдората. Первым у нас выступает огненный дракон перед мостом с загадкой, и тут прям феноменальный успех. Дракон лишь отталкивающим ударом может нанести небольшой урон, ну а фаерболы вовсе не наносят нам никаких повреждений, и мы спокойно можем под ними стоять. Следовательно, будь сейчас какой-то рейд на питбосса, мы были бы отличным танком. Однако, все ли так хорошо? Теперь ведь нам предстоит проверить, сможет ли главный герой выдержать атаки дракона нежити. Да не просто выдержать, а вполне неплохо себя чувствовать под ними. Бежим к нему и давайте узнаем. Урон фаерболов дракона нежити гораздо выше, чем что-либо из того, с чем нам приходилось сталкиваться до этого. Здесь урон проходит очень ощутимый, однако, имея, например, свитки призыва, мы могли бы спокойно танковать моба на себе, сдерживая натиск фаерболов и выпивая скляночки жизни. Ну, правда, если эти скляночки не закончились бы, потому что бой был бы достаточно долгим. А из этого следует вывод, что и с драконом нежитью мы справились вполне успешно. Давайте же подведем итоги. Танка в лучших традициях жанра MMORPG игр сыграть или отыграть в Готике 2 Ночь Ворона вполне возможно, однако только ближе к концу игры и имея более-менее приличную броню, высокий уровень и хорошую бижутерию. Но вот только имеет ли это смысл? Наверное, если бы игра была бы с возможностью онлайнового кооператива, и ее можно было бы проходить хотя бы с другом, то да, однозначно, один бы играл магом, а второй бы играл танком. Одному же, мне кажется, нет смысла держать на себе толпы монстров и получать люлей, когда можно просто скастовать огненный дождь или вовсе отманивать врагов по одному, дабы было гораздо легче. Ну а на этом ролик подходит к концу. Спасибо за ваши царские лайки, за подписочки и репосты. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, обязательно репостните видео и напишите комментарий. И спасибо за колокольчик. Если не помните, колокольчик очень хорошо помогает в поиске новых видео на канале, потому что YouTube в последнее время о них перестал уведомлять. Ну а еще пишите еще интересные идеи для отыгрыша. С вами был Лор, и до новых встреч, друзья. Пока-пока.